Всем привет! Меня зовут Владимир. Сегодня хотел бы рассказать вам об уникальном предложении, которое я получил от своего друга где-то 2,5-3 месяца назад. Он мне дал ссылку в Телеграме, я прошел по ней и попал вот в крипто-арбитраж-бот. Сейчас покажу вам пошагово, да, что необходимо делать, когда вы получите такую ссылку. Люди немножко затрудняются, не понимая, что это такое. Вот когда я получил, то есть я зашел. И вот у меня такая первая страничка, где практически ничего нет. Внизу есть такая надпись «Старт». На нее нажимаем и попадаем на следующую страничку. Здесь необходимо выбрать язык. Вот на сегодняшний день он поддерживается 6 языками. Попадаем вот в следующую страничку. А здесь получается 2 видео, которые необходимо изучить. Изучив эти видео, мы можем идти дальше. Здесь есть «Привязать ETH кошелек». Нажимаем эту кнопочку и попадаем на следующую страничку, где есть инструкция, как это сделать, и видео, в котором подробно рассказывают, как создать ETH кошелек, это очень просто, и как его привязать к боту, чтобы он мог принимать с этого кошелька у вас инвестиции и выплачивать процент, 10% в месяц по 2,5% в неделю, то есть еженедельные выплаты автоматически на ваш кошелек. Такого плана кошелек, это вот у меня скрин с телефона. Вот здесь видно, что вот получено 1,3, видите, 19 января. 20 января инвестиции 0,5 эфира инвестиций. А вот 0,00483 это комиссия. Эфир кошелек берет, то есть ну вот 0,5 отправляешь, это комиссия. Вот это инвестиция. А это бот выплачивает уже. Вот это тоже вот 12 января выплата была. 5 января выплата была, а это я инвестирую по 0,5 эфира еженедельно. Также в кошельке можно посмотреть курс, как биткоина, эфира. Также вот он пишет, что вот сменился отчетный период, произошли новые выплаты, ваши инвестиции. Теперь, когда вы привязали кошелек, у вас стали активны вот эти кнопочки. Вот, допустим, можем понажимать бонусы, нажимаем. Вот, у нас бот открыл, видите, здесь видео, в котором рассказывает подробный маркетинг-план, дорожная карта. И здесь есть ссылочка на телеграм-канал, где вы можете добавиться и получать полезную информацию. Также вот кнопочка «Рупор» нажимаем. Здесь также информационное видео, которое, в принципе, можно распространять. И здесь мы можем видеть свою персональную ссылочку. И еще здесь есть функция такая, если вы вот набираете стат команду, бот может вам дать информацию по количеству людей, зарегистрировавшихся в первую, вторую, третью поколение. Нажимаем «Отчет». Это полный отчет по всем выплатам и личным инвестициям. Вот мы видим, что у меня личных инвестиций 53 эфира. То есть, когда я занимался бизнесом пару лет назад, я не думал о том, что нужно что-то инвестировать. А когда у меня бизнес остановился, да, то есть я вот начал таксовать, и я откладывал понемногу. И по 0,5 эфира как бы инвестировал. Перед Новым годом появилась возможность больше проинвестировать и прикупить по, скажем, вкусным ценам эфир. Вот я 2 раза прикупил, и у меня вот на сегодняшний день получилась сумма 53 эфира. С этой суммы я получаю 1,325 эфира еженедельно. Вот это вот отчет. То есть нажимаем, здесь все видим, сколько чего. Суппорт. Вот нажимаем суппорт. Это здесь информация, как в поддержке связаться. Флажочек – это у нас языки. То есть здесь выбираем язык любой и платежи. Платежи – эта кнопочка вам будет пригодиться тогда, когда, значит, вы зашли, привязали кошелек и решили инвестировать, скажем, к примеру, 2 эфира купили. То есть один эфир вы инвестируете, а один эфир – это ваша страховка. Как она работает? Вы купили эфир, вот, к примеру, сегодня там, ну, по 105 или 106, ну, условно, $100. Вот, 2 эфира вы купили за $200. Один эфир инвестировали в бот. Он вам дает 10% в месяц по 2,5% в неделю. То есть вам выплаты идут. А один эфир оставили на кошелечке. Через какое-то время один эфир стал стоить $200. То есть он со 100 поднялся на 200. Вы берете и продаете пол эфира и возвращаете себе $100. Которые инвестировали в бот. То есть вы в бот инвестировали, когда курс поднялся, вы себе вернули, это ваша страховочка. Соответственно, у вас осталось $100, вы себе вернули, $100 у вас осталось в боте, который вам дает 10% ежемесячно, и 0,5 эфира у вас осталось на кошельке. Так работает страховка. Мы всем рекомендуем это делать. Вот когда вы нажали эту кнопочку «Платежи», значит, вот этот адрес копируем,
вставляем свой кошелек и отправляем инвестиции на вот этот кошелек. И когда мы отправили, нам нужно, люди затрудняются, вот, хотя вот здесь вот все видео написано, да, расписано, но я могу еще показать дополнительно, чтобы видно было. Вот такой адрес есть, Etherscan. Вот. И здесь, когда ваш кошелек вы введете, либо сюда, либо вот здесь вот вверху, здесь все транзакции видно. Вот последнюю, допустим, я делал транзакцию 0.5, а вот это была выплата 1.3125. Мы вот на эту транзакцию щелкаем один раз, и мы видим, вот, что она успешно прошла у нас. И вот этот вот транзакция, вот этот хэш транзакции, вот он. Вот сюда нажимаем и скопировали ее. Все, когда мы ее скопировали, мы ее вставляем в бот. То есть у нас вот здесь проверить хэштег транзакции нажимаем и вставляем. Вот как это я делал, сейчас вам последнюю транзакцию вам покажу. Вот я запросил, мне кошелек скинули, и вот он мне пишет, введите хэш транзакции. Вот я ее ввел транзакцию, нажал, и он мне пишет, подтверждаю поступление ЕТХ, сделал запись в твой раздел отчет, проверь. Все, я нажимаю отчет, мне видно, что у меня добавились личные инвестиции. Вот так это работает. Да, я еще хотел показать, вот допустим, получил я выплат количество 10 раз, получается 53 ЕТХ инвестировано, 6.83.75 эфира выплачено, вот 10 выплат, вот эта вот сумма выплачена. Вот возьмем калькулятор за январь месяц, сегодня вот какой уже, 28-е, грубо говоря, 175 ЕТХ эфира, умножаем на 105, сейчас курс, равно 543 доллара. И умножаем на 65 курс рублей, получается 35 тысяч, то есть за январь месяц. Если курс будет 200, то соответственно вот 70. Вот смотрите, такие простые инвестиции, вот так получается. На этом я хотел бы закончить, поблагодарить всех за внимание. Ссылочка под видео или тот человек, который вам даст, обратитесь к нему, и он подскажет, как вам зайти и привязаться к этому боту. Всего доброго!